Принесли аккумулятор от самоката Куга. Написано Samsung. Емкость, обращаю внимание, 8,8. У нас здесь 30 ячеек. Поскольку у нас 36 вольт, то 10 ячеек идут последовательно. Соответственно, 3 параллельно. Смотрим, что написано на ячейке. В ячейке написано 2200. Соответственно, 3 умножить на 2200, получаем 6600, а не 8800. Дальше. Аккумулятор находится вот в таком состоянии. То есть вот эта вот часть то ли была утоплена в воде, то ли просто пошел процесс окисления батареечек. И вот эти вот 3 ячейки, они показывают какой-то там непонятный отрицательный вольтаж. Все остальные показывают стабильно 4,1 вольта. То есть они немножко разряжены, но показывают они стабильно 1,4 вольта. Соответственно, если вот эти 3 ячейки сейчас выдернуть, попробовать их зарядить, может быть, они восстановятся, а может быть, их придется поменять все вот эти 3 штуки. И аккумулятор будет полностью работать как надо.